Своїм словом та молитвою вони творять та наближають мир нам та нашому українському дому. Їхня віра та любов дає надію та сили на життя солдатам, які відстоюють честь, свободу та незалежність на сході нашої країни. Військові капелани, опікуни солдатських душ в умовах війни. Саме одного із них вам хочу представити сьогодні в нашій програмі. Це Вадим Янович, пастор Християнської Євангельської церкви. Він буде гостем нашої програми «Відкрита студія». Мене звати Влад Волошин. Вітаємо. Вадиме, день добрий. Здравствуйте. Вітаємо, слава Ісусу Христу. Я хотів би одразу почати нашу розмову з того, що як ви взагалі прийшли до служби Богу? Як у вас так сталося? Якщо ви маєте в виду іменно призвання бути священником, ну, все почалося з того, що я став християнином, я увірував в Бога, я увірував в Господа Ісуса Христа. А потом, через какое-то время, я обратил внимание, что ну, у меня появились способности к тому, чтобы влиять, помогать ребятам тоже привести свои взаимоотношения с Богом в порядок. Просто изучая Слово Божие, через некоторое время я начал учиться, окончил христианский институт. Потом через некоторое время закончил Харьковскую Ивановскую духовную семинарию. Вот. И по прошествии времени я верю, что я получил понимание от Господа в том, что Он меня призывает на пасторское служение. Поэтому я начал в этом двигаться. Мой епископ все это, пастыря, мы духовные люди, мы видим, когда человек действительно движется с Господом. Вот. Таким от образом я став. Ми вже буквально завтра маємо свято покрову, що з часів козацтва військові капелани, звичайно ж, молилися за військовий дух солдат і піднімаючи тим самим, напевно, що впевненість в своїх силах, боєздатність козацького війська. От. І тепер капелани виконують важливу місію на сході України. Так стало, що і ви в наші нелегкі часи для країни потрапили на схід і також там продовжуєте свою роботу. Взагалі, чи важко зараз поєднувати такі речі, як війна, Бог? От такі. Ви знаєте, все залежить, я вірю, що все залежить від призвання і від способності, яку Бог дає тобі. Наприклад, я коли уже непосредственно был в войсках, когда уже служил, уже непосредственно воевал, я обратил внимание на то, что не каждый человек может быть воином. Я обратил внимание, что есть люди, которые, они думают, что вот пришел на войну, там оружие получил, там какие-то, но когда они сталкиваются с бытом, когда они сталкиваются с кровью, когда они сталкиваются с этими вещами, есть люди, я видел таких людей, которые говорили, наверное, я переоценил свои возможности. И они возвращались домой. В этом нет ничего постыдного, потому что есть воины, а есть не воины. Угу. Есть люди, которые работают в тылу, которые учат детей, воспитатели, учителя, бизнесмены. А есть воины, которые воюют. Так же самое и священники. Есть священники, которые призваны быть в войсках военными капелланами, военными священниками, духологами, теми, кто наставляет, объясняет, разъясняет, утешает, успокаивает, иногда просто строго запрещает. Всякое бывает. Все зависит от призвания, которое дает Бог. А вот таке питання, капелани – це воїни, тільки просто інша зброя в їхніх руках? Чи все ж таки вони ті, хто підтримують і десь знаходяться, скажу так, морально там розуміють солдати, що в тилу в них, так? Якщо посмотреть історію капеланства, як це все появилось, то, знаєте як, це було визвано необхідністю. Потому что, если посмотреть религии мира, в каждой религии все, что было связано с войсками, обязательно был какой-то священник. То ли это, неважно, он был. Mm-hmm. Для чего? Потому что необходимость воина в вот таких вот в духовных вопросах есть. Почему? Потому что мы есть образ
и подобие Божье. Мы, в нас есть частица Бога. И у нас есть, есть нечто, что вызывает необходимость поговориться, пообщаться. Для этого, слава Богу, что Бог дал такую возможность, чтобы были военные капелланы. Вы были на передовій. Да. Я навіть знаю, що у вас було поранення. Да, я був ранен во время выхода из Іловайська, це зелений коридор, известный. Вот, і я був именно там. Скажіть, будь ласка, як капеланам от, на передовій? Чи, от, ну, не знаю, чи буде правильно запитати, чи багато роботи як такої, та? А то як виглядає життя капелана на передовій? Знаете, я как бы больше позиционирую, ну, как бы со своим служением. Когда я пришел в батальон, я подошел к Семену Семенченко, потому что я служил в батальоне «Донбасс», Национальной гвардии. И я подошел к командиру, говорю, а вот я священник, вот можно я буду здесь капелланом? Он говорит, капеллан нам не нужен, мне нужен воин-капеллан. И я начал понимать, ага, значит, мне надо быть и воином, и капелланом. Все ж таки, капелланы могут быть воинами. Могут. Воинами. Могут. Все зависит от призвания. Я говорю о том, что все зависит от того, ну, от твоих личных взаимоотношений с Богом. Если Бог на то дал волю, дал разрешение, значит, этим занимается. Угу. Поэтому капелланы есть в войсках немножечко разные. Есть священники, которые приезжают, служат, слава Богу за них. А есть священники, которые помимо служения, они воюют. В моем случае мне пришлось быть в окопах, мне пришлось быть в блиндажах, мне пришлось вообще общаться с ребятами. Вот. При этом они обращали внимание тоже, я не пью, не курю, я не удивляюсь. Как же так? Ты вроде бы с нами, ты как бы пастор, у меня поза мной пастор был, как бы, вот. Поэтому есть, все зависит от того, ну, Иру, от призвания. Я четко понимал, лично в моем случае, я понимал, что мне надо быть так. Более того, я обратил внимание, что у меня на это есть способность. Потому что не каждый может, не каждый может, например, хоронить, и когда на руках у тебя кровь бойца, ты, с которым ты вот только что, а он умер. И вот эта вот способность жить и дальше существовать и помогать, ну, це способність ілі є, ілі її нет. Ми продовжимо нашу розмову буквально за мить. Секундну паузу зробимо в нашій програмі «Відкрита студія». Не перемикайтесь. Пастор Християнської Євангельської Церкви Вадим Янович є гостем нашої програми. Тепер про ті чи інші епізоди, він один з яких ви вже розповідали буквально наприкінці попередньої частини нашої програми. От, звичайно, хочеться, щоб якомога рідше з такими епізодами зустрічатись, та все ж ті чи інші слайди в вашій пам'яті живі до сих пір. Який епізод найбільше зачепив вас от, до глибини душі під час перебування на передовій в зоні АТО? Ви знаєте, в моїй житті, ну, от епізод, який мені так більше всього понравився і ліг в серце, попитаюсь нарисувати. Ну, представьте себе, произошел расстрел колонны, много убитых, раненых, мы в окружении. Приходит ночь, связи, есть связь с, как бы, с внешним миром, обещает помощь, но ничего нету. Тут русские давят, сдавайтесь. И командиры принимают решение, что делать, или на прорыв идем, или сдаемся. Я уже в это время ранен в ногу, и я четко понимаю, что делать. Или утром мы уходим в плен, или необходимо что-то, ну, что-то делать. Я вышел на улицу где-то часа в 2 ночи, молюсь, и говорю, Господи, ну вот ситуация, что делать, вот реально, что делать? Я закрыл глаза, просто слушал. И я получил такое понимание от Господа, такое слово, беги, спасай душу свою. Угу. Я понял, выхожу за угол, выходит товарищ мой покурить. Я ему говорю, я ухожу. Он говорит, можно я с тобой? Я говорю, пошли, давай еще возьмем. Ну, кто захочет, это что-то на пожелание. Короче, нас было трое человек, мы помолились и пошли.
Нам сказали, что мы окружены. Просто по полю. Да, по полю, потому что нам сказали, что там растяжки, там это. Но я четко понимал, что есть, я понимал, что Бог сказал, иди, значит, Он меня будет защищать. Поэтому я парням сказал, я говорю, парни, я ухожу, я верю, что Бог все будет охранять. Мы выходили 4,5 суток. И слава Богу, вот реально, если я не могу сейчас рассказывать все, но реально рука Божья была с нами. В вопросах обеспечения, вода, еда, в вопросах сохранения. То есть получалось так, что мы вовремя входили в зеленку, и тут выезжали русские танки или бронеколонны. То есть мы не нарывались, мы не попадали вот, в поле зрения, чтобы нас пленили. Слава Богу. Як взагалі виглядали ваші будні? Який режим дня був? Когда бойовые, мы воюем. Воевали-то? Да. Угу. Когда боевых нету, я служил. Активно служил, потому что я прекрасно понимал, что... Я понимал, с чем я столкнулся. Дело в том, что у меня до этого был пасторский опыт, то есть я служил церкви. Вот, и я понимал, как надо и чем надо служить. Я служил Словом Божьим. Бог давал мудрость. Вот, и получалось так, что бывало даже, вот, когда в Широкино мы воевали, была такая ситуация, ребята стоят на чеку, а все остальные пришли покушать. Открывали пайки там. Uh-huh. Сидим, кушаем. Я чаще всего, я никогда не говорил, так, а теперь сейчас будем открывать Библию. Я такого никогда не делал. Я, когда меня просили, пастор, а расскажи что-нибудь, я говорю, что вас интересует, задавайте вопросы. И всегда, когда всегда мне задавали вопросы, я всегда находил ответ согласно Писанию и говорил. Например, частые вопросы были связаны с убийством или не убийством. Там, как же так, что в Библии написано «не убей», а вот мы, это, я разъяснял. Согласно Писанию, что защищать Родину – это нормальное явление. Угу. Нормальное явление, когда ты защищаешь свою семью, своего ребенка, свое поле. Вала. Про Святе Письмо ще поговоримо на наступній частині нашої програми. Я просто хочу зараз перед невеличкою паузою, яку ми зробимо, відповідати на таке питання, а чи українські солдати віруючі люди? І наскільки вони віруючі? Я вам скажу, як є. Почти всі віруючі. Почти большое, 90% верующих. Но здесь вопрос, в кого веруют? Угу. Я столкнулся в своей пасторской и капелланской, в капелланском своем служении, что очень много язычников. Людей, которые не веруют, были мусульмане. Но большая половина – это все-таки христиане. Это православные христиане, греко-католики, вот, католики и протестанты. Угу. Все ж таки вірують. Да. Угу. Про це більш детально замить в програмі «Відкрита студія» в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Пастор Вадим Янович є гостем нашої програми. У вас і позивний був пастор, так? В батальйоні «Донбас». Але і не тільки в батальйоні «Донбас», наскільки я розумію, ви працювали. Чаще всего мы были... С Донбассом, ну, да? Да, это был Донбас, потому что Донбас являлся частью... Одним із батальйонів Національної гвардії України. Давайте трішки про Святе Письмо. Я більш ніж впевнений, що, ну, звертаючись до нього, ви розуміли, на яку главу, куди потрібно, що потрібно зачитати от в той чи інший момент. Але я бачу, що от у вашій Біблії, яка тут зараз перед нами, от є відзначені ті чи інші моменти. Це коли вони були відзначені? Чому саме ці витяги з Біблії? Знаєте, це... Ну, священники, которые видят это, и кто часто занимается Словом Божьим, они прекрасно понимают. Это рабочие моменты, вот, когда то ли это во время подготовки к проповеди, или во время чтения, называется, когда получаешь откровение. То есть это некое Божье знание по поводу Слова, которое связано с каким-то обстоятельством твоей жизни, которое ты переживаешь, ну, на данный момент. Вот. Поэтому
Робочі моменти. Угу. Ну, але все ж таки, просто хочу зрозуміти, на що ви звертали увагу в Біблії під час своєї служби, там, до прикладу, на передовій, коли ці служби відбувались не в бойовий час. Ви знаєте, алкоголізм, наркоманія, неправедность, нечистота, злоречие. Эти вещи, они проявляются как на войне, так и не на войне. Угу. Вот. Поэтому чаще всего, с чем я сталкивался, это именно с вот такими вот неосвященными частями человека, назовем так, греховными частями человека, неосвященными Словом Божьим, верою в Господа Иисуса Христа, этими частями. Поэтому, когда я сталкивался с человеком, который просто огульно поносит человека, я через Слово Божие ему говорю, что ты не прав, нельзя этого делать. Если человек злоупотреблял алкоголем, я показывал местописание, или чаще всего оно всплывало в моей памяти, и я этим оперировал. Потому что когда... Будучи священником и позиционируя себя как священник, человек, который слышит, он на это реагировал. Угу. Не дай Боже, чтобы я, например, сам пил, где-то что-то делал неправильно, да, мне бы просто сказали, кто ты такой. После войны, коли вже знаходишся в мирних обставинах, все ж таки роботу з тими, хто повернувся з АТО, потрібно проводити і далі. От як виглядає робота капеланів з такими, от з побратимами, з колегами? По большому счету, я просто поясню. Как люди іноді становятся капеланами? Є чоловік, который верующий в Бога, у нього в серці це горит, їздить, проповедовать, и он как бы начинает называть себя капеланом, вот, при этом не имея там духовного образования. Это может быть. А в моем случае я священник. Поэтому, когда меня в батальоне не часто называли капелланом, потому что все знали, что я священник, я пастор. Пастор. Да, то есть как бы, все прекрасно понимали, что есть капеллан, который приехал, помолился, побыл, что-то раздал и уехал, а есть священник, который постоянно с ними. Поэтому, когда я вернулся в свою церковь, вот, и сейчас я получил уже, после определенного времени я получил распределение, что ли, направление, куда мне ехать, и я вот буквально через несколько дней буду выезжать в определенный город, буду там служить. Ну и теперь на завершение, все ж таки, декілька слів, чи можна сказати тим людям, які, можливо, достеменно не розуміють, чому війна відбувається, є Бог, в якого ми віримо, та? От, чомусь такі події стаються все ж таки. Очень такой вопрос. Просимо миру завжди звертаємось, так? Просимо, щоб всі залишились живі, здорові, повернулись додому. Там звертаємось, таких молитв, таких звернень мільйони просто. Я вам скажу, війна – це плохо. Це завжди було плохо, це велика суета. Это такое неудобоносимая вещь, это антисанитария, это смерть, это очень плохо. От этого страдают не только воюющие, независимо те или эти, а от этого страдают все. Угу. И мирные жители. Война – это плохо. Я не хочу спекулировать на эту тему, я скажу следующее, что я верю, что наша страна, которая оказалась вот в этой ситуации, мы пройдем это. Угу. Мы пройдем. Я верю, что все будет хорошо. И я говорю слушателям, дорогие мои, все будет хорошо. Надо потерпеть немного. Потому что, если посмотреть историю, например, с 39 года почти по 45-46 год, например, Польши не было. Угу. Ее просто уничтожили. Но через некоторое время Польша что? Появилась. Когда немцы оккупировали Францию, Франции тоже не было. Ну, части Франции. Южная Франция была, да. Потом проходит время. Поэтому сейчас что вопрос Крыма, вопрос Донбасса, это вопрос времени. Угу. Я верю, что нам сейчас делать? Жить. И бороться. Жить
служить своей родине, ходить на работу, служить своему мужу, любить свою жену, воспитывать своих детей, отправлять их в школу, встречать их в школу, покупать им конфеты, зарабатывать деньги на зарплату, заливать бензин в машину и при этом веровать в Господа Иисуса Христа. На цьому і завершимо. Спасибі вам за те, що були гостем нашої програми. Це була відкрита студія ефіру Чорноморської телерадіокомпанії. Так і хочеться сказати. Зрозуміли?